Сейчас меня слышно. Привет. Блин, капец. Меня сейчас слышно или нет? Напиши, пожалуйста. Кот. О, можно такую. А знаешь, что такое 117? Это его так зовут. 117. Чего? Да. Типа... Слышно, ну слава богу. Это, блин, капец, 8 человек уже зашло, и ты единственный, кто написал, что меня не слышно. Привет, да, слышно. Ну теперь-то, конечно, слышно. Привет. Привет, привет, да. Мне кот нравится. Подожди, ну если я ставлю кота, так мне нужно и цвет эмблемы менять теперь. Да, мне что-то... Давай тут тогда оставим. Вот эту. А что значит треугольник? Да, браток мой, Серега. Не, ну если нравится... Ну давай, выбирай цвет тогда. Такой? Такой? О, может такой? Все, давай красный. Вот это. Вау, прям красный прекрасный. Если смотреть в черную точку, то все исчезает. Ты глючишь. Ты издеваешься? Я нет. А чё я издеваюсь? Я не издеваюсь, ничего. Так. Все, поехали. Аренда. Вот это. Так тут разное, по-моему. Да, здесь, короче, вперемешку все. В общем, первую игру я, потом ты. Потом я, потом ты, потом я, потом ты. И так далее. Блин. Да, да, Серый его зовут. Чё, тебя типа тоже? Слушай, у нас офигенная эмблема. Ой, слышь, мне в микрофон кто-то что-то говорит. Алекс Гольф, привет, отлично, отлично. Да, вижу, вижу, что его тоже Серый зовут. У нас самая прикольная эмблема. Да, у нас вообще офигенная эмблема. На черном фоне главное. Такой вот красный треугольник. Я не знаю, что это значит, но выглядит клёво. Это... Ну да, это новая игра, это пятый Halo. У меня в названии что написано? Dark Souls? Должно быть написано Хейл. Не, я знаю управление, я играла. Ну так, немножко. Подожди. А, резня сейчас? Короче, резня — это схватка. О! Да как, куда бросаешь? Я делаю, я рывки, я боюсь еще. Вообще, я боюсь идти вперед. Вау, что это? Ой. Да куда я нафиг улетела? Какого фига посреди карты дыра какая-то? Да, твой тезка, да. Почти эмблема ассасина. Блин, у меня сейчас вообще ничего получаться не будет. Я сразу предупреждаю. А как бить-то, ёпарата? Да блин! Я как лошара играю. Ой, как? Хрена себе. Бояться.
Да, сзади кто-то был. Ой. Кстати, как-то удар неудобно делать. У меня пальцы не дотягивают. Плазменный гранатомет через 10. Плазменный гранатомет. Еее! Отлично! Ой, видел, он за ним улетел. А, я села? Я потому что случайно стик нажала. Слышал, кстати, голос Дрейка только что. Тут кто-то Дрейка озвучил. В смысле, тут кто-то... Тут Дрейк кого-то озвучил. Так. Привет, это твой сын? И Игорь, наверное, тебя зовут. Или как? Егор... Блин. Игорейт. Не знаю, как это читать твой ник. Короче, это мой брат. Не сын. Если бы это был бы мой сын, то это значит, что я родила его в 10 лет. Я как бы вообще еще очень молодая. Для детей. Чупец. То, что... Вау! Ее! Хрена себе! Как? Open case будет. Так, переключаясь на снайперскую винтовку. Короче, да, тут, короче, кейсы есть, мы будем открывать. Там может что-то крутое быть. Надо, да. Хотя бы, может, один золотой. Почему Серегу не слышно? Ну, потому что у меня гарнитура только. Мы можем сделать звук в камеру, но это будет вообще полностью. Нас будет вообще плохо слышно рывками какими-то. Здесь эта камера, она вообще дорогущая, но здесь ни звук, ни изображение. Вообще не понимаю, за что такие деньги. Блин, всегда убиваю, сразу меня еще раз убивают. Игорь, ну понятно, я так и думала, что ты Игорь. Да, это у нас на компе лагает. Не знаю, что лагает. На полпути к победе. Да блин, это мой килл был. Вау! Щиты в норме. Отлично. Отлично получилось. Ау! Ну это нагло. Ну ты меня не видишь, что ли? Существует легенда, что на консолях нереально играть в шутеры от первого лица. Это правда, как думаешь? Да, существует такая легенда, но это, конечно, неправда. Потому что джойстик, он прекрасно сделан для игр и стики. Ну, на Xbox конкретно выйдет скоро джойстик, в котором куча вообще настроек всяких будет. На Xbox. Настройки там вообще всего будет. Стиков там всякой фигни. Вот. Ну, лично я играю только на консолях. И в некоторые игры... Да, Серега хочет пока... Вот в некоторые игры у меня получается играть, ну, в шутеры иногда получается, иногда нет. То есть, ну, это как бы не из-за того, что я играю на джойстике. 10 секунд до оружейной площадки. Оружейная площадка в игре. Спасибо. Ау. Я удар тут не буду делать. Да, Сереги поиграть, наверное, хочет, так смотрит. А мы, короче, с Серегой будем играть по очереди. Вот сейчас одну игру я, потом он. Я ему буду гарнитуру отдавать. У нас двойной стрим. То есть не так, что только я буду играть. Ай, да что ж я упала-то опять, самоубийца. Так, сколько я убила? 9-9. Это не очень. Надо убить больше, чем умереть.
Да, еще. Тут очень много помощи все время получается. Что ж такое? Я кого-то убила! Я не знаю, кого, но я убила кого-то этой гранаты. Слишком динамичная игра для стрима, по-моему. Я не знаю, как у вас там... как это воспринимается, но... Я играю сегодня в Halo, ну, во-первых, потому что я давно в этот мультиплеер хотела поиграть. Играю второй раз. Вот. А во-вторых, потому что мы с Серёгой в нее сможем по очереди играть. А вообще мультиплеер, конечно, шикарный оказался. Ой! Нет! Чё на... 10 секунд до плазменного гранатомёта. Добить меня хочет. Да блин! Мы оба умерли. Ну нафига делать посреди карты дыр? Плазменный гранатомёт к бою готов. 10 убийств до победы. Сегодня, кстати, никто не знает, что я стримлю. Потому что я забыла анонс стрима написать. В своей группе. Почему у меня порвано, блин? 12-12. Ну, я думала, что он как бы далеко и... Что с пистолета будет лучше. Ой же ты. Десять секунд до снайперской винтовки. Не-не, 14-13. Офигеть, слушай, у меня хоть что-то получается вообще. Вчера, короче, у меня лагал интернет, я вообще хотела вчера постримить, но у меня было что-то с интернетом, и я, ну, сначала не поняла, решила поиграть в мультиплеер. Короче, прикол в том, что меня убивают за секунду, а я просто весь вот магазин в них выстреливаю, да? И, короче, я не могу никого убить. У меня были такие вообще показатели, там, например, 2 убийства, там, 25 секунд. Я думала, все. Эта игра не для меня, я не умею в нее играть. Потом оказалось, что у меня что-то с интернетом. Да что такое? О! Вылезло, вообще хрен знает откуда. Ну они в чё? Они попрятались, да. Игра окончена. Победа. Отлично. Как не вижу стримеров, все из СПБ. Приятно. Ты уже прочитал информацию обо мне? Я еще пока не... Нет, у тебя есть кейс. Я еще пока не говорю. Уже 2 кейса есть бесплатно. Давай кейс откроем. Ну давай. Какой, 5 или 4? Короче, 2-5. ПП? О, я краску. О. ПП, кстати, хорош. Машины, оружие, это что? Это для экспо. Случайное оружие. Нормально, давай этот. О, смотри. Это для ускорения тебе дали. А что, зачем ускорение? Ну, ты будешь быстрее бегать. Ага. Все. На, короче, теперь ты. Не отдавать тебе? На. Ну, здоровайся и все такое. А, всем привет! Так, сейчас я перезагружу, у меня все что зависит. Точки. Ой, мне что-то не выходит. Не выходит у меня этот режим. О, кстати, ты самая первая. Ой, ясно. Ой! Мы потеряли подвал. Мы потеряли гнездо. Вра.
Вражеская команда получает очки. Я гранату успел. Потеряем. Тащи. Они уже все эти точки. Точка захвачена. И чё он не захватил? Мы потеряли базу ВВ. Вражеская команда получает. Мы потеряли подвал. У врага полный. Эй, получше выбирай цели. Ого! Допрыгнул. Набросился такой. Блин, почти захватил. Враги захватили подвал. Тут спрыгнуть. Вражеская команда набрала 20 очков подряд. Гнездо захвачено. Короче, точка захвачена. Меня так раздражает эта гарнитура вообще. То она неудобная. Была бы такая какая-нибудь маленькая. Вот, кстати, как на Соньке я вообще обычную гарнитуру от телефона повесила. Вот так вот все на шею. И Серега говорит, его слышно. Я говорю, меня слышно. Тут, короче, гарнитура, она захватывает звук вот буквально вот диапазон, наверное, 10 сантиметров. Враги захватили базу ВВ. Вражеская команда получает очки. Поэтому... У нас не получается с ним вдвоем общаться. Давай, мочи! Короче, Флин, привет, а чё грустные смайлики-то ставишь? Ты убил хоть одного? А, слышь, тут убивать не надо, главное территорию. У врага полный контроль. Гнездо захвачено. Точка захвачена. Ваша команда получает очки. Ну вы, да, вы проигрываете. Ну так ты стреляешь мимо врагов. Конечно. Противники захватили гнездо. Точка захвачена. Тебя чувствую. Вообще, я так переживаю от животных. Вражеская команда получает очки. Точка захвачена. Блицкрик. Я тебя вообще так ваша понимаю. Команда получает очки. Я вот из-за этого вообще боюсь животных заводить. Из-за того, что вот, кстати, Серега знает не понаслышке, что как-то любимое животное умирает. У него с котом такое было. Полный контроль. Два раза? Два раза еще. Я тебя вообще очень сочу. Я вообще не знаю, что буду делать, если с моим котом что-то случится. Рельсотрон через 10 секунд. Точка захвачена. Полный контроль. Рельсотрон на поле. Мы потеряли базу ВВ. А порода какая? Он большой, маленький был. Вражеская команда получает очки. Враги захватили подвал. Вся карта в их руках. Мы должны что-нибудь захватить. Точка захвачена. Блицкриг. Враги захватили базу БВ. У врага полный контроль. Пошла граната. Мы захватили подвал. Захвачена. Ваша команда получает очки. Внимание, нас обстреливают. Мы потеряли подвал. Я не знаю, кстати, где мой кот. Мы с ним так наносились, набегались, боролись, дрались. И, короче, он, видимо,
отдыхать куда-то. Вражеская команда. Да, Серега с ним дрался. Это было нечто вообще. Кот, наверное, в шкафу, скорее всего. У меня тоже когда-то была овчарка. Немецкая овчарка, пёс. И он подцепил какую-то болезнь на улице. Вообще, вот это тупо то, что их надо выгуливать на улице. И надо делать им все время кучу всяких прививок, но, в общем, не помогло. Точка захвачена. Ваша команда получает очки. Противники захватили гнездо. Двигатели один. Получает очки. Я так в этот режим поиграть. Сейчас смотрю, как ты играешь. Близка к победе. Даже не знаю. Эльсатрон в игре. Мы потеряли базу БВ. У врага полный. То ли у вас команда вся такая, то ли... Гнездо захвачено. И вся? Чего у тебя сушняк-то такой? Игра завершена поражением. Давай, сейчас тебе профессионал покажет, как играть. Если у меня будет такой же режим. Гранаты как-то немного криво летят в землю. Слушай, тут гранаты вообще. Они с какими-то отскоками. В общем, очень сложно попасть в гранаты. Когда хочешь, короче, убить гранаты, ты не убиваешь. Когда не хочешь, убиваешь. Так, смотрим статистику. Точек захвачено 11. Ну, зашибись. Убийств 5, смертей 8. Ну ничего, тут вообще хоть смертей 20. Главное, точек много захватывать. Кто больше? Чё, точек захватил? Ну, вон, 12 точек самый больше. У тебя 11. Нормально ты сыграл. Ой, я кого-то слышу. Если присматриваться, да, то вот за этими штуками, короче, треугольники появляются. За какими? Вот за этими штуками треугольники появляются. Блин, что-то я так спать хочу. Хотя я проснулась сегодня почти в 12. Ты во сколько встал? 10. Капец, блин. У меня недосып вообще жесткий. Я когда работаю, по 4 часа сплю. О, нет! Это адский режим. Блин, это, короче, режим типа выживания. Первый раунд. Это я бегу? А я, не, я даже стиком не нажимаю вперед. А, он сам бежит? Блин, так хочется за углом спрятаться. Короче, тут нужно просто убить их всю команду. 3-1. Вау! Мне даже сделать ничего не пришлось. Не-не, это не захват флага, это выживание. Второй раунд. Надо истребить всю команду. Все. Играйте умно. Покажем. Да не хочу сидеть, как лошара за углом. Нет. Ну и что? Ну вот смотри, теперь они одного нашего убили. С той стороны, кстати. 2-4. Спасибо. 2-3. Там, походу, вся их команда, что ли? Выживший. Я последний выживший. Да блин. Я ничего не смогла. Кстати, этот режим похож на Quake или Unreal Tournament. Так и здесь все режимы похожи. И... Да, здесь все режимы как бы стандартные. Захват флага — это тоже как Unreal.
3 на 4. Да я пытаюсь вообще-то не по своему попасть. Ого-го! Да блин! Последний выживший. 1 против 3. Стюпид, привет! Просто... проигран. Как бы сейчас такой режим у нас включен. Называется арена. Арена. То есть... Четвертый. Ну... То, что, скорее всего, будет интересно, я включу сейчас не арену после этого, а как он называется? Как называется режим, который нет? Зона конфликта, да, называется. Здесь, да, здесь не очень красочно, я соглашусь. 2 на 3. Да поздно. Да ёкарный бабай! 1 против 3. Только расчленёнки нет, а жаль, было бы круто смотреть на летающий бош. Пятый раунд. Не, ну расчленёнки нет, это правда. Сделаем всё быстро и чисто. Ну, её вроде никогда здесь и не было. Это мелкий зовут круче. Этого автомата тогда нет. Ага. Ну, песто может. Не, ни хрена, я не могу. Да ё просто. Не, нафиг. 1 против 2. Они взяли флаг. Да, Стюпид, ты, конечно, пришел в тот момент, когда нас мочат. Мы сейчас схватку играли, сами всех выносили. Скажи же. Осталось 1 минута. Команда противника заработала очко. Раунд проиграл. Короче, сейчас они еще раз выиграют, и мы пойдем. И мы пойдем в другой режим. На грани поражения. Нифига! Что? Блин, я хочу в тот режим первый сыграть. Почему мне вот это... Прикрывайте нашего мне несущего. Этот достался, а я... Не очень. 3 на 4. 2 на 4. Враги похитили флаг. Тихо. Мы вообще против каких-то... Да пошли они нафиг с этим флагом. А, это наш. Команда противника изразлена поражением. Приятно пахнет бубльгамом и 90-ми. Тебе тоже эта игра напомнила Quake? Боже. Нет! Боже, как откатить-то? О, откатила. Сейчас. Хорошо, хорошо, сейчас, подожди. Что? Первый камень? Ну, ты канаешь и сразу первый камень ставишь. Я и ты. Камень одновременно ставишь. Подожди, ты договариваешься со мной, как играть в камень, ножницы, бумага? Ну тебя нафиг. Давай. Нетушки. Давай. Ну это правило есть такое. Да нет такого правила. Ну ладно, давай просто. Все, поехали. Так, мы, короче, на камень, ножницы, бумага решаем, кто сейчас будет играть. Что такое? Нет, все, все, я играю. Ну это не значит, что я не буду ставить камень. Какой бред вообще происходит? Я только сейчас увидела на видео, как мы в камень, ножницы, бумага сыграли. Эй, у кого-то такой же треугольник, как у нас. Чё ты с нас слизываешь? Вон он. Всё сразу. Голубой. Тут, кстати, долгие загрузки и респаун. Мне так кажется. Могли бы побыстрее сделать.
делаешь? Ты думаешь, тебя не видно? О! Ой, зимняя карта. Мне так куда? Да. А, икс надо нажать? Эй, какого фига меня присоединили? Я хочу сначала играть. Ой, это мой. Мы против красных. Тут, кстати, можно своих убить. Значит, в этом режиме какая фишка? Надо захватывать территории, убивать боссов, убивать врагов, короче. Да, и копятся очки. До 1000 очков, короче. На какой... Да что такое? Почему я все время куда-то вываливаюсь? Все, кул, я нагнул. Блин, мне в ухо кто-то говорит из них. Подожди. Смотри. Боевая винтовка. Что такое ПП? Ой, я боевую винтовку возьму. Все, поехали. О, смотри, капитан. Капитан Вамик. Пытаюсь. Где он? А, этот автомат очередями стреляет. Слушай, чё мне так сложно стрелять из него? Не, пистолет возьму. Ваши товарищи уничтожили. Да не я его убила. Да пошли вы нахрен! На полпути к победе. Враг захватил восточную оружейную. А ты чё, музыку отключил? Враг контролирует все базы. Наше ядро уязвимо. Пистолет-пулемет? А, ПП, пистолет-пулемет? А я тебя не слушаю. Шутка. О, может вот это взять? Топливную пушку? Это рыба? Запрос подтвержден. Поехали. То, что, кстати... То, что она закрывает большую часть экрана, это вообще ржачка. Вау! Вопрос. А, тут что, нет ракетниц или винтовок, ну или хоть дробовика? Есть, конечно. Тут все есть. Слушай, мне вот этот автомат что-то вообще не нравится. Надо его обратно на обычный поменять. Помощь? Так, поехали босса мочить. Да умри ты! А-а-а!
Вообще мне не нравилась серия Хала, это видами инопланетных пушек. Не нра... А, нравилось. Да-да-да, мне тоже это нравится. Это не купить, это то же самое. Запрос подтвержден. А, вот. Все, я обычно автомат делаю. Да блин, смотри, кто-то к нам на базу пришел. У нас ядро ломает? Да ты чё? А вот это плохо. Ну да, они захватили все точки, теперь они могут ломать ядро. Ну да, пока они... Если они ядро сломают, то мы сразу проиграем. Надо их, короче, вообще сюда не допускать. Да блин, это мой килл был. Это боты. Все, захватываем. Опять помощник. Тут просто миллион помощников может быть за одну игру. Да ёкарный как. Опачки, неужели режим ядро-ядро? А, Флин, первый Хейла? Или подожди, я не помню, в первом или во втором был мультиплеер? Возможно, что в первом был уже мультиплеер. Вот, и там были эти режимы всегда. Так, надо восточную оружейную захватить. А он меня убил? Мне все же Рич больше нравится. Технику? Да. Почему? Ну ладно. Мы потеряли лидерство. Да ты сразу можешь говорить, что мне делать? Как ставить модификатор? Лады. Слушай. Да я хотела гарнитуру снять, они мне прям на ухо что-то говорят все время. Как? Кстати, да, их как-то, наверное, отключить можно. Так уже. А вот отключить всем звук. О! Ты гениально просто! То, что ты сказал, это гениально. Ты есть отключить звук. Это не я была. Точки захватывай. Да знаю я. Тут вообще, короче, очки состоят из чего? Из убийств врагов, из убийств боссов, из захвата... Да пошло нафиг это ядро. Из захвата точек, ну из всего, короче. Куда они все бегут? Стрим три поросенка, привет. Привет, привет. Не знаю. Дим, привет. Что это был хамех такой? Хамех такой. Перевод можно на русский язык?
Забирайте наше ядро, спартанец. Да блин. А. Так читай, вон, все написано. Так. Давай транспорт какой-нибудь возьмем. Не, я вот этот, короче, хочу. Пофиг. Запрос подтвержден. Может, кто-нибудь сядет, и мы с ним вообще. Ой, я еду? Давай, ко мне. Какой? Ну, не бибикается. А, вот этот. Так, блин, я ж бибикаю. Ладно, вылезти-ка. Зафейлил. Я с этой машины сейчас зафейлил. Тебя спрашивают, как ты думаешь, у твоей сестры бомбит? Защищайте наше ядро, спартанец. Я не знаю, бомбит его или нет, но он говорит, пока нет. Он знает, что я бомбит. Вау, смотри, какой у меня классный. А, это ПП? Вот оно, ПП. На аванпост прибыли прометейцы. Привет, спартанец. Защищайте наше ядро, спартанец. Привет, спартанец. Мне кажется, что это он меня убил вообще. Ядро 25%. Вражеские спартанцы разрушили наше ядро. Нет, механическая боевая единица. Обычно роботы, которые управляются людьми. Это проигрыш, спартанцы. Убрать оружие. Чего мы так проиграли, быстрена? Давай, не въёжимся. Я знаю всё, знаешь. Ещё ни одной игры не проиграл. Что, нам кейсы доступны? Ну, Б, наверное. Не, не Б. Ух ты, ты здесь играл хоть раз? Ты вышел? Ай, ради бронзового кейса ты тут. Так, чё тут? Машины, оружие. Призовые хп за арен. Ну, вот что значит призовые хп за арен? Там их тоже можно выбирать? Денис, привет! Почему вы всегда за голубых играете? До сих пор не могу смириться, как это звучит. Я не знаю. Так получается. Вообще, когда мы только стрим включили, мы играли за красных. Мы можем, кстати, один... Давай один золотой откроем. Или два серебряных. Да, чё? Понятное дело, что золотой хорош. Нет, давай, может, два серебряных. Сколько серебряных стоит? Давай два серебряных и все. Счастливые руки с твоей. Ух ты! Можно его в желтую эту фигню, да, покрасить? Ну, нормально вроде. Давай еще один. Не, бронзовый не надо. Да, редкую штуку. Все. Так. Нет, я не знала, что XP это опыт. Я не знала. О, давай в зеленый, да, потому что он яркий. Ну это слишком стандартный. Не, пускай такой будет. Это твой парень с тобой. Да, да. Да, да, да. Да, мы отличная пара. Я, правда, лет на 10 старше, а так все нормально. Штурм можно.
Фига ты такой взрослый уже кажешься. Сейчас Серега будет отжигать. Ета ее брат. Ета. Как вопрос, как можно сделать две ошибки в слове из трех букв? То есть не это, а ета. Это просто. Смотри, у него такой. Это ее сын. Видишь рядом с нами. Да, вижу. Слышь, ты... Подожди. Сейчас, когда игра начнется, ты, короче, зажми вот эту, а потом нажми их, чтобы их всех заблокировать, потому что они мне в ухо все говорят. Зажать? Да. Да, 14:24, просто идеальная пара. Да, меня посадят за совращение малолетних. Я это прекрасно слышу, они мне в ухо орут. Ты её сын, я узнавал. Знаешь, так вот, короче, сначала... Чё? Свой отряд, ну, можно, но... Если он клан имеет в виду. Короче, сначала парень, потом сын, потом брат. Заблуждение. Потом скажут, что это твоя сестра. Запуск симуляции. Мы сестренки, короче. Чтобы набрать очки, удерживайте базы, добивайте боссов и вражеских спартанцев. Дедушка, дедок. Ковенанты прорвали нашу оборону и штурмуют плацдарм. Так, ты запомнил, да, что надо сейчас... Уничтожьте их, чтобы обезопасить нашу базу. Поддержим морпехов, спартанец. Давай. Нажал? Точно? А, ну да. На колпетках меня вцепился. Меня зацепило! Ты за красный играй. На этом, на квадроцикле уехал такой. Пока! Слышь, а в пятом Хейло можно свой отряд создать как бы батле? Вот я просто не знаю, как в батле, если честно. По-моему, тут есть создать отряд. Ну, что значит клан? То, что у меня написано. У меня клан, йоу. Да? Короче, вот Серега говорит, что типа здесь вот есть клан, например, 4 буквы ты придумываешь. Вот, у меня йоу называется. Ко мне никто не вступит, потому что девчонки в это не играют. Вот. А второе, тут можно свой отряд создать. Это боты или наша что? Наша база защищена. Блокировка снята. Доступны новые цели. Серый, ты родился в 2001. Он в 2002, ему 13 сейчас. С половиной, ой, с четвертиной. Дай ему Dark Souls поиграть, вот умора будет. Да, он, кстати, нормально во все игры играет. Он играет с пилоном. Западное оружие захвачено. Одного! Давай, давай, второго! Чёрт. Что надо сделать, чтобы к вам вступить? Ну, добавься ко мне в друзья для начала. Потом... Блин, слушай, а как... Я не знаю, я второй раз эту игру включил. Ты такие вопросы задаешь? У меня еще нету своего отряда. Я думаю, что ты... Ну, как-то можно друзей просто приглашать, и все. Враг захватил восточную оружейную. Здесь в сетевой игре... Ну, вот сейчас мы игру вот эту закончим. Там, короче, я тебе могу показать. Там есть пригласить, создать отряд. Что-то такое точно есть. Шпиль захвачен. Вау! Доступны запросы три. Невидимый босс. Ого. Их тут двое.
устроит. Так, оружейную надо захватить. Тогда у вас будет 3 территории, и можно будет мочить ядро, короче. Да-да-да, пульки свистят. Аккуратнее с гранатами! Отлично. Сейчас чья-то граната катилась, ты такой раз подобрал ее. Насколько я помню, то ли в четвертом Хейл, то ли в Рич на этой винтовке подствольный гранатомет был. Ну, может в Рич. Чего у тебя всегда так весело, когда ты играешь? Я никогда ни с кем на машине не езжу. Вообще прикольно. Не, может быть и был где-то поствольный гранатомет. Если честно, Рич, я уже вообще плохо помню. Да, Серег играл, я играл, но мы до конца. Точнее, я лично до конца еще. Да, это наш. Ему голову прострелили в укрытие. Тебе голову прострелили? Кому? Ужас. Тут, кстати, вот когда умираешь, вообще тела в таких такие сальтухи выкручивают. Восточное оружейное захвачено. Давай прокачивай моего перса, чтобы я стала крутой. Водила, не тупи, дави их нахрен. Да, тут можно давить вообще. Элит-командир. Сразу такой запалил тебя, раньше, чем ты его. Давай, слушай, у него меньше половины. А, нет. Да не здоровье тащить. Ой. Ты одного... Второго? Ты двоих уже убил. А то, что он тебя заметил, это плохо. Нет, он гранату кинул. Уничтожение элита командира. Ес, ты уничтожил. Молодца, доступны молодца. Запросы четвертого уровня. Охренеть, он тебе щит сломал. Враг захватил шпиль. Да, тут можно случайно своего убить. Жду не дождусь купить Halo 5 на ПК. Она будет на ПК-то вообще? Я тоже не знаю. Неужели она будет на ПК? Они стреляют! Давай, 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 давай! Чальку. Не дождетесь... Тьфу. Не дождешься, уважаемый эксклюзив клипа. Вообще, Джонни... Прав, да, то, что как бы на ПК можно очень долго ждать. С какими-то там кучей каких-то эмуляторов, может быть, что-то получится запустить хорошо. Это надо как вышло. Сила Ковенанта на подходе.
подходе. Если учесть, что... Халатура 5. На берегу появился релиза, танки и то, что Майки планирует перенос, я бы так не был уверен. Да, привет, Люся. Привет, доктор Маккензи. Слушай, заблокируй, мне опять в ухо кто-то шипит. Привет. Бился в день релиза, нифига себе. Да, сейчас никто мне не шипит на ухо. Да, смысл вообще переносить его на ПК? Кстати, вчера, когда у меня вообще ничего не получалось в этом мультиплеере, и в итоге оказалось, что это все из-за интернета. У меня были такие мысли вообще продать нахрен эту игру. Короче, здесь, когда ничего не получается, это настолько сильно бесит, что ваши товарищи уничтожили танкиста Рока. Я очень сильно расстроилась, разочаровалась, решила ее нафиг кому-нибудь продать. Но в итоге оказалось, что дело в моем интернете. У меня еще игра там одна качалась. Короче. В общем, я тупила. Провайдеры мои тупили. В общем, сегодня все наладилось и начало получаться. Привет, Кирилл, привет. Тебе тоже от Кирилла привет. И да, Кириллу от Сереги огромный привет. Тёма, дела отлично вообще. Личненько. Мы по очереди играем в эту игру. Сейчас играет Серега. Потом я. Пока есть Halo Online и другого не будет. Halo Online? Какая часть? Halo Online просто? Это что это? Какая-то, что-то какая-то от себя, это что-то свое или что-нибудь? Он бьет в голову! Будьте начеку! Если у него тут получается фрагов валить, то что он будет в КС творить? Я поняла, что ты про моего брата, и он в КС играет. И он, короче, собирается стримить и обзорить КС, потому что у него очень хорошо получается. Это по его словам. Я не знаю, может он немножко привирает. И он говорит, что он вообще там всех выносит. Он почти Беркут. Я не знаю, что это значит. Я, кстати, прошел Evil Within на кошмаре. Это было самое сложное испытание в моей жизни. На Акуму никогда не соглашусь. Денис. Я вижу, что ты взял. Турель или как это называется? Не, это называется этот. Как в Uncharted, помнишь? Во втором Манчике Дрейк такую же брал. А, Гатлин. Пулемет Гатлинга. Доступны запросы пятого уровня. Короче, Денис, блин, просто ты, наверное, в Resident Evil не играл. Ну, вообще, вот в такие игры, ну, в общем, там просто нужно осторожно играть, целиться в голову, и тогда у тебя все будет получаться. Кроме онлайн, можно еще найти первый, второй, два твинстик шутера, Spartan Assault, Spartan Strike, но основные части серии хранят свою верность консоли. Ну так как Microsoft это у нас и ПК, и Xbox, и они как-то все время их пытаются объединять, то может быть когда-то и выйдет, но пока не знаю. Я под обстрелом! Тёзка играет, гордись своим тёзкой. Я завтра буду оба портала покупать. В смысле, портал? Портал 1, портал 2, что ли? Я правильно тебя понимаю? А на чем, на что ты покупаешь вот эти все игры? Где ты их покупаешь? Я правильно понимаю? В Стиме ты их покупаешь? На ПК? Или как? Halo Online будет на ПК и только для России. В других странах не будет почему-то. Запрос подтвержден. Невероятная новость. Фига, Беркут. Он почти Беркут, короче. Боец! Просто
это free-to-play игра, но и те, кто сверху, на то вообще не сделал. Здесь голос норм. Да как он сдохнет, он жив полностью. А ну хотя, если ты рыбы херачишь. Вот чем хорошо эта карта, можно так кемперить. Внимание, нас обстреливают! Ну да. Тёма пишет, если твой брат будет играть в CSGO, скажи, чтобы он меня добавил в друзья, и мы сыграем вместе. А как ты там в CSGO называешься? А короче, Серега в CSGO Norsk Forest. Если ты понял, как это пишется. А он, смотри, Тёма Инстал. Ой, Истал. Конец. Враг уничтожил капитана Гестера. На снайпе не кровыми руками, тут мы можно просто лидерство. Монстр килл делать. Ну мы, блин, я тебе говорю, мы второй раз играем. Какой килл? Ты чё? Солдат-охранник в тоннеле. Resident Evil тоже любил, четвертая часть любимая. Слушай, Денис, я не знаю тогда, почему тебе было так трудно. Ну молодец, что ты играешь вообще на трудном. Я просто такое удовольствие от этой игры получала, что я даже не знала, что оно так трудно или еще что-то. Но когда я играла на Акуме, я, конечно, вообще там. Слушай, опять кто-то. Опять кто-то мне на ухо говорит. Запрос подтвержден. Четвертый, пятый резидент хорошие игры, но я там на гранте, так что для меня почти Беркут это уже успех. Четвертый и пятый. Да. Резидентики мои самые любимые. Но я, конечно, люблю еще первый резидент Zero. И очень сильно жду, когда они выйдут на Соньке. Четвертый. Там будет, я так понимаю, две игры в одной. Запрос типа подтвержден. Ну, в одной коллекции. Да, покупаю сайт, если нужно, могу потом скинуть. Кирилл, да не, я-то игры на ПК не покупаю. А, во. Подожди, Тём пишет, меня зовут в КС Moonfire. Легкая, кстати, легкий ник, нам можно запомнить. Чего ты говоришь в КС-ке? Как? Ун? Он чаще играет, короче, сейчас говорит Унтурнет, я не знаю, что это за игра. Шутер? А, корректнее вопрос, как в Стиме зовут? Я в Revelations на легком. Ну, Кирилл, ну на легком же вообще не интересно. Защищайте наше ядро, спартанец. Тебе разве не... Антюрник? А? Тебе вот не интересно преодолевать там, ну, свои... Противник близок к победе. Как сказать? С нами еще не преодолевать трудности. Мы еще можем в игре уничтожить вражеское ядро. На легком же тоже вообще. Я, кстати, попробовал повторить свой подвиг в Dark Souls 2, убить босса без оружия. Без оружия, это кошмар. Я вообще. Dark Souls 2 для меня просто самая адовая игра в моей жизни. Там каждый босс это просто... Я не знаю, как надо готовиться, чтобы его убить. И прикол, босс в воду упал, даже его не ударил. Просто увернулся. Да, он просто упал и умер? Офигеть, тебе повезло. Где? Нифига. Ради тебя лишь пройду на максе.
Не, слушай, на Максе, Кирилл, я даже не знаю. Это будет слишком сложно. Запрос подтвержден. Защищайте наше ядро, спартанец. А потом все равно босса с кулаков убил. Ништяк. Выстрел в голову, и у них минус один. Ты тоже любишь хардкор, как и я. Преследователя? Боже. Я вообще не пойму, как от него уворачиваться. Он какой-то... Спартанец на борту. Нестандартный слишком. Приближаются прометейцы. Ну давай. Восточное оружейное захвачено. А, робот-враг? Бросаю гранату! Я думала, кто ты знаешь про робота? Это надзиратель. Не досаждай! Нахера же! Враги победят, если вы... Перебиваешься! Не допустите этого! Фу, стой, стой, не вылазь, не вылази! Кидаю гранату! Еее! А, помощь тебе написала. Ну вы все равно проигрываете. Ничего хорошего. Враг захватил восточную оружейную. Тебе адресовано. Если захочешь в CSGO или в Internet, то мой ник Флинр. Ну такой же, как здесь у него никнейм. Самое смешное, что преследователь по мне всего один раз попал. Это проигрыш, спартанцы. Ну, ты просто слишком крутой. Ну чё вы? Соснули? Чупа-чупса. Я заметил, что в списке любимых игр Heavy Rain имеется. Как тебе... Да? Как тебе новый трейлер игры от Дэвида Кейджа «Детройт»? Офигенно! Я вообще... Сейчас... Так. Босс 1, убийств 5, смертей 21. Нормально. 5. Да, Джонни. Я обожаю Heavy Rain. Вообще считаю ее одной из самых крутых игр, которые вообще есть. Я считаю, что там очень насыщенный геймплей. Кто бы ни говорил, что это кинцо. Самый офигенный сюжет, на свое время самый лучший графон, и все просто охренительно. Вот. Потом вышла Beyond, которая мне... которая меня разочаровала. Вот, потому что это было действительно кинца. Я сегодня одному своему другу писала то, что я даже попробовала в Бионде умереть, не нажимала ни одну кнопку, и она все равно выжила. То есть игра проходит себя сама. Вот это мой офигенный геймплей. То есть все-таки Дэвид Кейдж не... Ну, как сказать... Он, конечно, гений, но вот для меня Бионд это разочарование было очень большое. Вот. Но вот эта игра, которую он анонсировал, я очень надеюсь все-таки, что она будет офигенно крутая, потому что я давным-давно... Блин, мне кто-то опять в ухо говорит. Да схавай, схавай. Вот я давным-давно говорила, что если бы вышла бы игра по Каре, вот по вот этому трейлеру, то что, блин, это было бы вообще самое крутое. Почему нам не показали там то, что будет дальше? Это вообще... Вот, и он, видимо, прислушался к своим фанатам. Запуск и делает, чего все так долго ждали. Чтобы это вообще самый клёвый анонс за последнее время. Боссов и вражеских спартанцев. Heavy Rain — это кинцо, но не мульцо, это классная игра. Флин, ну, их, я считаю, что интерактивное кино — это очень даже клёвый жанр для игр, новое, там, слово, что-то новое и так далее. Вот, и имеет место быть, но обязательно должен быть геймплей, то есть вот как в Heavy Rain, то есть там и гироскопы, там и куча кнопок, и каждый твой герой может умереть, ну, наподобие как Until Dawn, да, но Until Dawn там с сюжетом не так все круто, например.
Хаверейн далеко. Хаверейн. Until Dawn тоже, можно сказать, не оправдал ожиданий. Защищена. Блокировка снята. Доступны новые цели. Доступны запросы второго уровня. Я жду Horizon. Ковенанты у ретрансляционной. Так, а ты будешь вышки? Играть в Horizon-то? Ну, точнее, Horizon это же эксклюзив для Sony вообще-то. Генерал Санхейли у ретрансляционной вышки. Я тоже очень жду Horizon, но когда я знала, то, что оно в этом мире, конечно, опять-таки сыграть злую шутку. Задолбали игры в открытую. Ну, уровнями не обязательно же открытый мир делать. Открытый мир, он очень часто может быть скучным, однообразным, повторяющимся. Ведь не всегда же зашибись, когда игра там очень длинная, да, как Ведьмак, например. Пускай там будет качественно, не знаю, 15-20 часов геймплея, но это будет запоминающаяся история и насыщенный мир там нет. Не делаю тебя открытый мир, и все это мне. Да, мне это не нравится. Есть попадание. Ползуну конец. Ну да, мне нравится Ведьмак, он мне очень понравился. Мне нравится Думон ГС, мне нравится, ну, много игр в открытом. Но, опять же, если бы оттуда убрать открытый мир, они бы не были бы хуже, может, даже лучше. Потому что Ведьмак начинает повторяться там во второй половине игры МГС. Очень сильно повторяется. То есть, более того, там вообще повторяются даже сюжетные задания. Я в шоке была от этого. Согласен насчет Хаверейна. Мне, например, Ходячие мертвецы понравилось, и еще Волк среди нас. Да, мне вот эти игры от Telltale тоже очень нравятся. Правда, так как они на английском языке, мне в них тяжело играть. Я играла на ПК Ходячих. Вот, кстати, не все эпизоды. Надо тоже засесть как-нибудь, пройти. Просто я уже привыкла со стримами именно играть. А, жалко, гранат моего не взорвала. Вот. А потом, ну, на английском языке я не стала проходить. Там слишком много диалогов. Я знаю, что я не все пойму. С нами спартанцы. У меня будут проблемы. Привет, спартанец. Привет, привет. Общительный ты наш. Так, Beyond Two Souls можно было найти парочку неплохих сцен. Да, там не парочка неплохих сцен. По сравнению с другими играми, игра отличная. Ну, и по сюжету, и эмоционально. Все супер. Просто... так уж получилось, что мы сравниваем ее с предыдущими играми Дэвида Кейджа и шедевра опять, ну, который, может быть, мы хотели, не получилось. Нужна помощь? Да там, если так вспоминать, там вообще много прикольных и уровней, и разные локации. Ну, например, вот... там был такой момент, знаешь, МГС чем-то напоминал, когда она такая, типа, как ну, на тренировках, потом она там на какой-то операции. Для меня это все как-то непонятно вообще было. Да, этот сюжет, вот если я эту игру буду перепроходить, я ее, по-моему, пару раз проходила. То есть я опять буду проникаться вот этим сюжетом. Очень хороший сюжет, да, нормально, можно ей сопереживать, но... они там даже подняли тему там жизни и смерти и вот этого всего. Это очень интересно. Да? Так. Мне понравилось, похоже. Блин. Шестые свитки, не знаю, что это. Стрим будет долгим, ну, не очень, как получится. Час еще точно. Дигнум, привет, привет. Извини, что так поздно читаю. Я просто заболталась.
пробовала Destiny. Да, я попробовала, ну, точнее, бетку я попробовала. Вот. Destiny мне почему-то не очень понравилось, хотя я вижу, что Halo 5 очень сильно похожа на Destiny. Как-то Destiny от разработчиков Halo 5, Halo 5 похожа на Destiny. Друг на друга, короче, похожи. Что такое, серьезно? Не, вообще не серьезно. Ты играла в Сталкер? Ребят, я не играю на ПК. Ну я знаю. Ого! Ты знал, что он такими стреляет? А в Сталкера я чуть-чуть играла, у меня папа просто играет на ПК. Признаюсь. Вот. Ну и я видела, да, Сталкера играют. Ну, да, хорошая игра. Все. Зря ты мне посоветовал эту хрень взять. Все мимо. Но ты умеешь из нее стрелять. Ёпрасы ты! Привет, как твои дела? Кто это чудо? Маш, привет, это братик мой. Враг захватил восточную оружейную. Хорошо, братушка. Хочется спать совсем чуть-чуть. Так вообще отлично. Я уже была вчера разочарована в этой игре, я уже рассказывала, у меня лагал интернет, а я подумала, что я вообще не умею в нее играть. У меня было просто полное разочарование, но сегодня, когда включила, оказалось, что нормально получается, и все отлично. Мы играем, короче, с Серегой по очереди. Ну зашибись, я вообще мочу. Ага. Так, ладно, куда пойдем? Стреляю! Это, кстати, бот, по-моему, был. Два бота? Ну на ботах я, да, я крутая на ботах. Но сейчас если кто-нибудь из живых появится, он меня сразу замочит, блин. Сюда? Да, как-то спрятаться, если здесь проход. Люсь, ты опробуй игру To Rabbit's Land, ок. Кирилл, если... Тащер, стараюсь. Они Кирилл, гранаты. Если это игра на ПК, то я ее вряд ли опробую. Я на ПК не играю. У меня очень слабый ноутбук, который не тянет никакие игры. Он тянет только пасьянс или какую-нибудь игру от Telltale. Сидите оба серьезно, как на программе у Малахова. Да я... Ты зашел, я про что-то серьезное просто рассказывал. А так не, все, зашибись. Смотришь какие-нибудь сериалы? Да. Я вообще фанатка сериальная. Я смотрю. Кстати, слышь, сегодня какой день недели? О, сегодня понедельник, сегодня я буду как раз смотреть «Ходячих». Короче, я смотрю «Ходячих», хоть я в них и разочаровалась окончательно. Я, кстати, убила. А, да, поэтому мне и дали защитник. Вот. Ну, сейчас я смотрю только «Ходячих». Ну, «Игру престолов» и «Викинги». В общем, я люблю фэнтези, постапокалипсисы, в общем, все такое. Ну и посмотрела уже тоже дофига сериалов. Типа... Не, русский сериал я... Нет! Я русский сериал не люблю. Чего? Хорошо, что я не слышу. А-а-а!
Нет, я русский сериал не смотрю. Да-да-да. Останитесь. Подожди, она на Wii U. Ну, Кирилл, видишь, я на Wii U сейчас не играю. Пока у меня не будет карты захвата, я уже выбрала карту захвата, планирую купить. Вот. Пока не будет карты захвата, я не буду играть на Wii U. Да поздно. Да я читала. Так. Очень крутой, сколько ему? 13. Ты крутой, что ли? Или ты очень крутой? Блин. Не докинула гранату. Вау, ты вообще! В яме с краном замечены приметы. Как я выгребаю? Ну, это самое любимый перс входящих у меня уже был и умер. Ожидается прибытие. Сейчас у меня, естественно, Рик, это потому что единственный, кто остался из старых серий. Если ты про сериал, конечно. Западное оружейное захвачено. Дукалис расстроен. Рыцарь-стратег в яме с краном. Всё, погоди. Вау! Ты видел? Подожди, кто-то сейчас вообще какой-то гранатой мне киданул. Надо скорее тебе отдавать играть. Слушай, а чё мы так жутко проигрываем? Я тоже, я вообще не понимаю, в чём проигрываю. Как ты не смотрела «Улицы разбитых фонарей»? Конечно, смотрела в детстве. Тукалис расстроен. 50 оттенков серого я не смотрела. Наш боец убит. Остановите их. Слишком много шумихи вокруг этого фильма. А я не люблю фильмы, ну, которые всем нравятся, что ли. Короче, я принципиально его не смотрела. Мы потеряли морпех. Серафа? Спасибо, Ярик. Прикольно, когда ты, короче, взрываешь самолет, да, убиваешь в нем пилота, убиваешь самолет. В общем, ты делаешь сразу несколько дел одновременно, тебе дают кучу медалей и вообще. Это да. Подожди, я хочу к боссу. Рыцарь-стратег. Меня заинтриговало просто это название. Рыцарь-стратег. Я сейчас он мне скажет. Так. Как же Карл? Нет, Карл это вообще самый адский актер, которого я когда-либо видела. Хотя я над ним угораю из-за этого. Он вообще такой актер, я в каком-то там, в четвертом, по-моему, сезоне, я только над ним ржала. Над его актерским мастерством. Доступны запросы шестого уровня. Мы контролируем все базы. Там Бэтмена? Что? А, да! Мы недавно посмотрели самого первого Бэтмена, это просто... Это просто поржать. Ничего серьезного в нем вообще и близко нет. Давай, прыгай, залетай, мне легче будет делать. Короче, самый любимый персонаж входящих у меня был... Тихо! Входящих я рассказываю. У меня был... этот... Блин, прикинь, имя его забыл. Ваши товарищи уничтожили рыцаря-стратега. Да я не про Бэтмена. Боже. Почему у меня такая проблема с именами? Подожди. Как его звали-то, ёпарасы? Да умри ты уже. Да ты можешь помолчать секунду, я пытаюсь вспомнить.
как его звали. Подожди. А, это набор снаряжения. Какую? Вот этот банш. Запрос подтвержден. В общем, этот, которого. С которым была Лори. В первом сезоне. Это мой самый любимый персонаж был. Потому что с ним было очень интересно. О, давай рыцаря еще. Ё-моё. Подожди, я лечу, я лечу. Как? А, это ускорение. Ты жива, я жива. Так а как? Так а он летит? Захватил западное оружейную. Защита вражеского ядра снова активна. Все, мне кажется, сейчас самолет взорвется. Блин, другой самолет меня убил. Ой, Люся не любит фильмы 18+. Не, я люблю фильмы 18+. Да подожди. Тебе что, брат Дэрил Мерл не нравится? Нет, Дэрил вообще со своей грязной головой меня вообще просто прикалывало, когда они дошли до этого города, и все в первую очередь пошли мыться, и этот такой, ему уже говорят, может, ты уже помоешься? Он такой, нет, у меня есть дела поважнее, сидит, блин, весь грязный. Просто меня раздражает. В этом фильме скорее больше говна, чем кинематограф 50 оттенков серого. У вас на карте захват или стенка на стенку? У нас захват. У нас захват территории, убийство врагов, убийство боссов. Это короче, кто больше, короче, очков наберет. Очки набираются за любое полезное действие, короче. Я делаю только бесполезные действия в последнее время. Я знаю трех серых. Твой брат, мой друг, стример, и я серый. Если у тебя проблемы с именами, говори просто Джонни. Не, ну вы поняли, о ком я говорила? Я помогла, кажется, убить. Почему это мы проиграем? У нас ничья. Тем более ко мне кошка пришла, она мне помогает. Тут еще и летать можно, я обалдею, тоже хочу поиграть. Да, Дигнум, тут летать, тут вообще все можно. Скоро меня прикончит. Танк можно. Можно сесть кому-нибудь в машину, если кто-то уже едет в машине. Доступны запросы 7 уровня. Рыцарь-садовник. Я прочитала садовник. О, нифига себе. Рыцарь-садовник. Как это? Я хочу его убить. Эх, не я. Жалко. Мы победим, если уничтожим надзирателя. Бейте его. Смотри, мы побеждаем. Он задет. У тебя не было шансов. У меня нет гранат. Ого. О, нет, он волну сделал. Ты смотрел Зачарованных? Ну, когда-то в детстве, да. Нет, не Глен.
блин. Шейн его звали. Шейн мне нравился очень. Потому что, ну, в фильме должен быть всегда баланс. То есть должны быть добрые, должны быть злые. Вот. И он очень хорошо справлялся со своей негативной ролью, хотя полностью негативно ее не назвать, некоторые его решения были правильны. Вот. И он мне очень нравился в этом сериале. Так же, как вот в «Игре престолов» вот этот... Это проигрыш, спартанцы. Убрать оружие. Сын королевы, который... Привет, Артём, привет! Поняли про Шейна? Да! Я про Шейна говорила. Ой, зверёк пришёл! Ага, я кейс заработала, а ты открываешь. Очень честно. Ну и чё? Машины. Сколько машин в одной? Фростик, ты чё пришёл? Ты чё пришёл, мой хороший жирный кот? Чего? Серебряный. Давай серебряный. Может, до золотого докопим? Да, как хочешь. Я не думаю, что там что-то важно. Охренел! Получил? Или не получил? Хей, Джонни? А кто такой Джонни? О ком они пишут? Я не знаю, кто такой Джонни. Ну все, сейчас просто вот смотри, вот заходим, да, и сразу выигрываем. А персов надо прокачивать или бронь одевать разную? Слушай, Ярик, мы еще сами ни хрена не поняли, мы второй раз играем. Вот Серега говорит... Прокачиваются от брони. Понимай, как хочешь, короче. На каждой броне свои модификаторы? Я ничего не понимаю. А, смотри, короче, Ярик, здесь такая система. Ты типа открываешь, ну, зарабатываешь деньги, да? Ну, очки, это деньги. Короче, открываешь... паки всякие. Ну, ты можешь выиграть, типа, эти вот паки, да? Или ты можешь, короче, открыть там любой, ну, потратиться, купить его. Вот. И в них, короче, есть там шлемы, броня и куча всякого оружия, которое ты можешь использовать во время игры. Я как-то так поняла. Это Хала. Откуда тут прокачка? Игра застряла в 90-х. Ну, да, кстати, вы знаешь, Маккензи, я когда увидела, что тут режим захват флага, и тут реально флаг. То, что ты играешь там синий против красных, то, как здесь все выглядит, это вообще очень зона конфликта. Напоминает самый первый мультфильм. Удерживайте базы, убивайте боссов и вражеских спартанцев. Да, глюк какой-то. Ковенанты прорвали нашу оборону и штурмуют плацдарм. Уничтожьте их, чтобы обезопасить нашу базу. Поддержим морпехов, спартанец. Выключи сразу звук. Он не жирный или жирный, я не знаю. Это ты про кота моего? Звук их выключи. Икс нажал. Угу. Да, мы красным сейчас играем.
Наша база защищена. Блокировка снята. Доступны новые цели. Я синий? В каком смысле? Доступны запросы второго. В смысле... Никнейм твой синий? Или в смысле то, что ты пьяный? В каком смысле ты синий? Ой. Это боты, да? Меня обстреливает элит! Я забыла посмотреть, как я в прошлый раз сыграла. Ковенант. Спартанец на борту. Один ковенант? И мы должны его бояться? В пещере замечен зелот-убийца. Зелот-убийца. Враг захватил точную оружейную. Западная оружейная. Зелот, это вообще... Я даже представить не могу, что это. Зелот-убийца. А, они от слова зло. Зело. Боже, такой бред. Кстати, все время какие-то смешные названия у боссов. Такой зело. Короче, не такой уж он был и убийца, да? Ну давай, давай, беги. Смотреть на это чудо. Давай, давай, давай. Ой, инопланетяне. Да, короче, Ярик, объясняю. Тут такой режим. Зелотушка. Хрена, смотри. Он убит. Ты его кулаком хотел убить. Ну вот. Ты понял, что он убийца? Берегитесь меча! Да вроде подписалась. Рядом с утёсами появились ковенанты. О, садись в машину. Нет, может быть, не на зелоту больше ехать. О, смотри, элит-командир. Да хотя так ему жопу повернулся. Повернись к смерти лицом, блин. Да ты единственный, кто ходит зелота убийцу убивать. Все знают, что не надо так делать. Кошка, ты чё на Серёгу нападаешь? А? Слышь, у него полное вообще здоровье. Я не советую тебе к нему идти. Да блин, он меня кусает в плечо. Да охренел. Слышь, он мне по лицу дал. Ты охренел, кот. Ау. За что? Последний поход мастер Чифа к Зелоту. Что ты такой быстрый-то? К концу игры ты вообще дойдешь?
такое ощущение, что ты не хочешь Зелота убивать. Блин, я убью его. Вода. Ау! Маккензи, здесь нету графона вообще в мультиплеере. Здесь просто 60 FPS, ну, четкие текстурки более-менее. Все. Насилие животных? По-моему, это он меня насилует. Разложил тут свои бедра. Так. Кошка моя наглая. Иди-ка сюда. Открывай огонь! Смотрите на этого наглого кота, видно? На пляже появились ковенанты. Кошка, ну-ка рассказывай всем, что ты такой злой. Зачем ты нас кусаешь? Зачем ты нас кусаешь? Говори в прямом эфире. Ноги свои корявые тут разложила, а? Меня задели! Кусишки. Сила ковенанта на подходе. Что это такое? Чё? Сиди, смотри, как мы играем. На берегу появился танкист Рок на привидении. Я не вижу доказательств, что он кот. А ты смотришь вообще? И вообще, какие тебе нужны доказательства? Вот, по нему сразу видно, что он мальчик мой с пальчик. Мальчик с пальчик. Мальчик с пальчик хороший. Запрос подтвержден. Хайло на Xbox One выглядит примерно так же. Вот это забавно, грубо говоря. Конечно. Ну так в мультиплеере здесь графон, ну, хуже, чем в сингле, естественно. В основной кампании лучше, но опять же. Графоном они здесь не удивили. Самый офигенный графон, если про шутер говорить. Для меня это вот в Battlefront я увидела. Там, да, там вообще мультиплеер с очень крутым Ваши графоном. Товарищи уничтожили танкиста Рока. Так что я все еще думаю, брать ее, не брать. Вы вырвались вперед. Кстати, кто помнит, когда выходит Battlefront? Коты объявили войну. Наш кот, он постоянно объявляет войну. Он вообще наглый. Хотел лизнул, хотел куснул. Что за деловая покуса? Естественно, графон-то с Е3 убрали. Запрос подтвержден. Чё, на Е3 типа офигенный графон показать? Серега спрашивает, нормально то, что он с пулеметом играет? Так ты их убиваешь? Нет. Слушай, главное, что ты их убиваешь. А как ты это делаешь, это вообще не важно. Офигеть, прям перед тобой развалился. Мы потеряли лидерство.
Задники просто стоял и залипал. Задники? Что значит задники? Самое интересное в игре — это стоять и смотреть на задники. Не поняла. Black Ops 3 для прошлого поколения стекут в основном за полное отсутствие сюжетной кампании, а не за визуальную составляющую. Плюс, несмотря на отсутствие кампании, игра дешевле всего на 10 долларов. Там еще и сюжетная кампания есть. Нафиг она вообще нужна? Говорят, пулемет — это норма. Запрос подтвержден. Подожди, а что ты каждый раз с пулеметом теперь появляешься? А знаешь, что самое прикольное? То, что с пулеметом ты играешь от третьего лица. Приближаются прометейцы. Мне это больше всего нравится. То, что там... Ты кота напугал. Ты сам его затираешь. Доступны запросы 5 уровня. Запрос подтвержден. Задний фон очень проработан, прорисован. Вот о чем я. Там это веселее, чем геймплей Battlefront. Особенно на боте. Ну, мне бетка Battlefront почему-то очень понравилась. Скорее всего, из-за визуальной как раз составляющей. То есть, я прям смотрела и восхищалась этой картинкой. И у меня получалось и убивать. Но вот когда я сейчас играю в Halo, то есть я понимаю, что здесь просто очень много оружия, всяких еще штук дополнительных, режимов очень много. Почти каждый раз, вот, ну, мы сейчас, конечно, в самом начале еще играем. Почти каждый раз здесь почему-то новые карты. То есть карт здесь тоже очень много. Вот, и мне пока никакой Battlefront не нужен. Я, короче, говорила, что я Battlefront возьму, если там будет разнообразие карт. Режимов мне много разных не надо, но вот если карты будут, красивые локации, это да. Вот. И показали как раз, короче, карту такую, типа джунгли что-то. Ну, лес, короче, такой, зеленый все. И как же там красиво, я не знаю, они прям покоряют мое сердце этой игрой. Не знаю, что делать. Брать, не брать, еще один шутер мультиплеерный брать. Получается, знаешь, привыкнешь там к одному, отвыкнешь от другого, и вот так вот прыгать. То есть нужно, чтобы хорошо играть, нужно в один мультиплеер как-то засесть и все. Не знаю, как посоветуете, брать его или нет. А, Игорь, я Звездные войны, это вроде как даже не очень-то и люблю. То есть я, ну, многие, да, там именно любят Звездные войны и понят, ну, там для фанатов очень много чего сделано, там всяких. Это пасхалок, и все очень довольны были. Вот. А я перед тем, как ее брать, я посмотрю все фильмы, я там буду вникать, и только после этого окончательно приму решение. Дигнум, ну какую консоль? Слушай, я об этом даже не думала, но... Ну как, точнее думала, ну, точнее у меня даже не было вариантов на PS4. Хотя, знаешь, тут мне сегодня еще Петя сказал то, что он вроде как может быть Xbox One будет играть, и вроде как народ подтягивается. Ну, а может быть и на Xbox. Если к тому времени у меня будет уже джойстик крутой, вот, то возможно может и быть и на Xbox. Вы, кстати, мне так и не написали, как, какого числа игра выходит Battlefront. Картинка, да, но просто одной графикой я лично с этим не буду отдавать за уныние 5К. Нет, спасибо. Ну, она мне не показалась совершенно скучной или как-то там. Просто прикол в том, что Halo 5 я уже купила, и я в нее точно буду еще долго играть. Вот. А затянет ли меня, например, потом? Это вопрос на сусы. Это наша работа!
это морпехи. Попал. Лесная планета это Эндор. Думай сама, ну не, ну это правильно. Повышение урона бери. А, нельзя повышение урона. Десятого числа выходит Tomb Raider. Вот чего я жду на самом деле. Вот есть такие игры, вот, в которых я точно не сомневаюсь. Tomb Raider я точно беру. 19-го, 11-го? Да вы чё? Я вижу. Круто, а как ты это сделал? И... Сколько времени? Как? Ой. Противник близок к победе. Ой. С нами еще не покончено. Чё мы еще можем уничтожить вражеское ядро. Ноутбук перегрелся. Ёпарасоты. Слушай, а чем так перегревается-то? Ребят, не пишите ничего. Я все равно не смогу прочитать. Охренеть. Блин, у меня ноутбук перегрелся вообще жестко. Вообще жесть. Запрос подтвержден. Слушайте, я не знаю, что у меня с ноутбуком, но он просто сейчас весь горячий. И выключился. Да-да-да, я включила на телефоне, Ярик. Обалдеть. Ноут вырубился, представляете? Кстати, не первый раз уже так себя ведет. Что мне делать с ним? Да у нас тут спартанцы. Надо его, наверное, не на мягкую поверхность ложить, а на какую-то. Кто тебя ноутбук вырубался, кто-то перегревался? Враги победят, да? Если уничтожат цель. Не допустите этого. Слушай, это, видимо, у нас смысл. Он же у тебя старый. А да, кстати. Как старый? Сколько ему лет? 3 года, наверное. Не такой уж он и прям вообще старый. Запрос подтвержден. Ну, дохлади свой углепластик. Ты в порядке? Углепластик. Это мне очень похоже. Класс. Убрать оружие. Ладно, раз уж такая фигня с ноутбуком и все такое, я думаю, на сегодня буду закупляться, потому что как-то так не складывается. Вот. Давай, сколько у нас сейчас денег? Мне будет неудобно просто с телефона читать. Ну-ка. Да не, мне с телефона как-то вообще... Так, вау, 11 убийств. Все? В бок вот этим. 7 помощи, 23 смерти. Ну... Нормально. Короче, маленький сегодня такой стримчик получился. Завтра... Всё, блин, совсем капельку не хватило. Чё, не хватило? Совсем капельку. Блин. Ладно, я тебе... Ну, давай такой. Слушай...
Сейчас скажу, буду ли я завтра стримить. Сейчас я расписание посмотрю. Да, да, завтра я... О, офигенно. А как ты понял, что это скин? А, зашибись. Короче, завтра я до 7 работаю, поэтому я приду, и мы что-нибудь постримим. Не знаю, Хейла или что-нибудь на Соньке. На Соньке я сейчас Uncharted прохожу. А, кстати. Возможно, если повезет, то завтра, может быть, Darksiders у меня уже будет. Я собираюсь ее купить. Ну, посмотрим, как там получится. Получится, не получится, короче. Шлем новый? Вот этот? Ну, ничего такой, нормальный. Здесь, правда, все, вся броня как-то друг на друга слишком похожа. Ладно. Давай. Давай. В общем, всем пока. Пока. Спасибо за маленький стримчик. Серёга тоже говорит пока. Так. Это старый комментарий.